цель — склон на побережье. Используя эти укрытия, продвигайтесь вперед. Не останавливаться, пока не доберетесь до склона. Все из лодки! Пошли! 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 Пришло. Запомните только вперед, мы должны сделать это. Шот Эйбл, приготовиться. Внимание. 3 секунды. 2. 1. Пошли, пошли, пошли. Рота Эйбл разбросана по всему пляжу. Нам нужно добраться до укрепления. Хорошо, короткими перевесами. Следите, чтобы была какая-нибудь преграда между вами и пулеметами. Вперед! МБ, лежать и оставаться внизу! Пошли, пошли, пошли! Пошли! Пехота, вперед! Вперед! Продолжайте продвигаться с берегом! Нас это... Отличная
Рота Эйбл вся здесь. Где же эти чертовы инженеры? Нам нужны инженеры, чтобы взорвать колючку. Приведите их к склону. Уйди, инженеров. Это укрытие простреливается со всех сторон. Инженеры, сюда! Сейчас же! Уничтожить тот бункер! МГ-42, 2! Инженеры, взорвать колючку! Хорошо, дай-ка мне! Так, мы готовы! Ложись! Сержант Конти. Готовы? Да, сэр. Необходимо заткнуть эти 88-е. Распорядитесь. Слушайте приказ. Первое отделение, выдвигайтесь. Охраняющих подходов. Давай!
Давайте укомплектуем под... Немцев поддерживают те бункеры. Если мы сможем взорвать их с помощью взрыва, мы ослабим огонь в нашем секторе. Инженеры пропали по нам стрел! Артиллерия готова отстрелять вас! Внимание! Те зенитки — наша цель! Инженеры! Взрывной заряд на 88-е! Стрелки, прикройте инженера! Инженеры, стой от противника! Пошли! Да! Дайте, уничтожена. Прекрасная работа. Сержант Конти, передайте по рации в штаб, что побережье очищено для высадки танков. На этой узенькой полоске песка этим утром погибло 700 человек. Еще 1500 было ранено.
300 пропали без вести, сгинув в пучине. Пирсон, Уильямс, Кричинский. Они были хорошими ребятами. К заходу солнца на побережье высадится свыше 56 тысяч человек. Начнется наступление. Или, как выразился командир, ад отворит свои врата. За ночь до этого была проведена крупнейшая десантная операция за всю историю. В тыл врагу было сброшено 3 дивизии десантников. Их задачей было захватить главные дороги и предотвратить контрнаступление, которое могло сорвать выполнение нашей задачи. Успех операции «День Д» полностью зависит от этих людей. Hans, dein Fressen ist unter aller Kanone. Ich werde diesen Fraß nicht essen. Ich bin nicht deine Mutter, Arschloch. Dann koch doch dein eigenes Fressen.
Флэш, здесь все сержанты. Пока. Мы все отправимся в ад. Мы должны уничтожить эту зенитку. Пора действовать. Эта пушка хорошо защищена. Вильямс, прикрой справа, мы ударим в центре. Используйте гранаты, когда возможно. Шевелитесь. Сигуан, алло, бегом! Вперед, орлы! Смотрите за фрицами. Фрицы стреляют по нам! За мной! Вперед! Стрелковая рота, вперед! 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 Вражеское подразделение уничтожено. На одну проблему меньше. Давайте убираться отсюда. Наша задача – защитить эту территорию. Зенитные орудия немцев расположены здесь. Чтобы высадить десант, нам необходимо их уничтожить. До тех пор, пока зенитные орудия не будут уничтожены, мы не сможем высадить десант, и зона высадки будет небезопасна. Кроме того, захватив эти стратегические точки, мы получим дополнительные ресурсы. Хорошо, вы слышали лейтенанта? Давайте захватим эту точку и уничтожьте те зенитки. Десантники, смотрите за фрицами. Двигаемся, десант. Слабый припасов, так он уже наш. Подразделение, внимание! Впереди перестрелка! Огонь! Орлы помолятся! Вперед! Стрельбу не прекращать! Огонь! Приказ понят! К орудию! Орлы по местам! Могу. Десант докладывает о прибытии! Ложись! Немецкий патруль! Эта дорога ведет к побережью Омаха. Высадка станет успешной, только когда мы будем контролировать ее. Чтобы сделать это, нам нужно захватить эти стратегические точки. Вдоль дороги замечены немецкие патрули. Чтобы уничтожить их, нам понадобятся тяжелые орудия.
Воздушная разведка доложила, что здесь у немцев находится склад вооружений. Мы можем захватить его, чтобы усилить огневую мощь. Тяжелых немецких грузовиков нам необходимо подготовиться. Несколько фугасов и преград на дороге должны нам помочь. Оружие заряжено. Пулеметный расчет! Шевелите ногами! Уходим отсюда! Готов. Вражеское подразделение уничтожено. Выше нос, десант. Так точно! Фрицы заждались. Это пулеметный расчет. Отделение. 80 самолетов. Смотрите за фрицами. Десантники вперед. Мы захватили снаряжение. Фрицы заждались. Смотрите за фрицами. Десантники вперед! Готов! Орлы в ногу! Смотрите за фрицами! Будь начеку! Рука дающего-то не отсохнет! Фрицы заждались. Собираем боеприпасы. Слушайте, транспорт приближается. Оружие заряжено. Фрицы заждались. Хватай то оружие. Гуськом. Хватай то оружие. Парашютисты. Гуськом. Так точно. Выше нос, десантники. Какие у нас координаты? Фрицы заждались. Какие у нас координаты? Фрицы и не знали, что у него патронов ни хрена нет. Фрицы заждались. Указанным маршрутом. Вот такие дела. Закончили строительство.
Давите ногами, парни! Огонь! Под обстрелом! Идем огонь по цели! Вперед! Куй железо, пока горячо! Огонь! Подкрепление на подходе. Парашютисты. Смотрите за фрицами. Смотрите за фрицами. Давай уже заканчивать. 82-я. Десантники вперед. Орудию по местам. Слушайте, транспорт приближается. Парашютисты. Фрицы заждались. Выдвигаемся в указанном направлении, десантники. Фрицы заждались. Строить в моей дислокации. Понял. Смотри, как идешь. Строить в моей дислокации. Мы свалили их! Идем на захват под шквальным огнем! Выше нос, десантники. Южный участок дороги захвачен. Понял. Бегом.
десантники вперед. Прошу, не застрелять. Захватим без проблем. Хватай до оружия. Выше нос, десантники. Это двигаться зачали. Мы у цели. К орудию, по местам! Десантники вперед!
Мы сейчас же полностью укомплектуем подразделение. Хватай то оружие! Десантники готовы. Подкрепление готово к парашютной высадке. Десантники, мы захватили цель. Десант, давай уже заканчивай. Это миномет Дорощан. Нас атакуют немецкие наконы! Прямо здесь! Немцы атакуют наши передовые позиции. Разговорчики, десантники, за мной! Что? Следи за укрытием и за мной! Производим парашютную высадку подкрепления. К орудию, по местам! Оружие заряжено. Готов. Подкрепление на подходе. 80. Бегом, бегом. Какие у нас координаты? Это пулемет Дорощан. Шевелите ногами, парни. Десант прибыл. Фрицы заждались. Фрицы заждались. Смотрите за фрицами. Двигаемся, десантники. Захватим без проблем. Смотрите за фрицами. Гуськом. Фрицы заждались. К орудию, по местам. Выдвигаемся десантники в указанном направлении, вперед. Десантники. Оружие заряжено. Пулеметный расчет. Шевелите ногами. Это пулеметный расчет. Мы выходим на прогулку. Десантники за мной. Вперед, орлы. Отделение. Орлы в ногу. Выше нос, десантники. Какие у нас координаты? Десант захватил цель. Немчура, похоже, шпала. Выше нос, десантники. Давай уже заканчивай. Готов. Быстро, перебежками. Фрицы заждались. Вот так. Строительство закончено. Рассредоточиться. Смотрите за фрицами. Бегом. Быстро, перебежками. Десантники вперед. Десант докладывает о захвате склада боеприпасов. Нас выдвигают! Совершили нападение на нашу укрепленную сеть. Что надо? Вперед, парни! По нашим ублюдкам! Огонь! Граната очень полезная! Немцы атакуют наши передовые позиции. Вражеское подразделение уничтожено. Еле увернулся от чертовой пули, но таки построил. Координаты. Во время ходьбы всем смотреть вперед.
Смотрите.